Граждане, я понимаю ваше негодование. Обстановка в стране довольно накаленная. Не надо делать у меня злобного диктатора. Надеюсь, вы сможете меня понять и встать на мое место. Да, я согласен, порой приходится действовать жесткой рукой. Но это для вашего же блага и для сохранения нашего экономического положения. Просто выполняйте долг, и все у нас будет замечательно в ближайшее время. Спасибо за понимание. Всегда ори с толпой. Только так ты можешь быть в безопасности. Ха, интересная цитатка. Владян, да ты брось чушь эту читать. Слушай, у меня тут такая идейка. Короче, тебя как на работу отправят, ты сам же знаешь, тебе выдадут фонарик. Хрен знает, зачем его выдают. Но попробуй из этого фонарика вытащить одну батарейку и пронести незаметно. А я из этой батарейки сделаю зажигалку. Ха. Потом посидим, покурим. А ты уже 100 лет не курил. Ну чё скажешь? Эх, Гаврюха, Гаврюха. Деловой ты, деловой. А потом чё, меня из-за этой зажигалки к сроку прибавят? А оно мне надо, Гаврюх. Не, давай что-нибудь другое придумай. Эх, понятно всё. Кто из вас код 48? Ну это я. На выход. Ну все, Владян, удачи тебе. А ты, это, подумай, если что, над моим предложением. Не нарушай правила. Там жратва будет в натуре. Я заебался уже ждать. Эй, ты! Хватит ныть. Заткни ебало. Не мешай спать. Да нехер дрыхнуть, дедуля. Солнце уже высоко. Заключенный, это тебя надо выпустить. Так, сейчас разберусь. Подожди. Так, это сюда, это туда. А, черт, сломалась дверь. Так, заключенные, но я думаю, ты пролезешь. Я думаю, нам лучше не разговаривать.
общем, ты долго будешь прохлаждаться, тебе что сказали? Жена у тебя долго будет ждать? Любое нарушение закона будет строго преследоваться. Граждане, сообщайте о любых повстанческих движениях. Заключенные, отойди. Террористы должны быть наказаны. За удачное донесение информации полагается вознаграждение. Заключенный, под номером 4-8, пройдите в пятый сектор. Не забудьте взять нужные предметы. Все необходимое заберите на столе для выдачи. Итак, у вас код 4-8. Сейчас подождите. Ага. Вас зовут Владислав. Понятно. Вам выдали только фонарик и дозиметр? Ну хорошо, проходите в дверь, сейчас открою. Прежде чем пройти, я должен вас проверить на наличие оружия и прочих незаконных предметов. Подождите. Все, вы полностью чисты. У вас ничего нету. Кроме фонарика и дозиметра, соответственно. Можете проходить. Направляйтесь в лифт. Спускайтесь вниз, вас там ждут.
профессор, а вы играли в игру Half-Pipe? Ну да, было дело. Что-то мне страшно, профессор. А вдруг, как в той игре, все пойдет не так? Ха, но мы же не такие дебилы. У нас все под контролем. Хм, ну хорошо, профессор. Спасибо, что меня успокоили. Весь персонал, начинаем подготовку к тестированию. Всем приготовиться. Заключенный под номером 4-8. Спускайтесь вниз и ждите дальнейших указаний. Блядь, это что за хуйня? Внимание! Вы видите, что вы
Внимание! Предмет
Кажется, тут нужен аккумулятор.